Ой, привет, привет, заходи. Да нет, не опоздала, я вот пока кофе пью. Хочешь кофе? Капучино, латте, латте макиато, эспрессо, ристретто, любой. Три кофе сегодня выпила уже. Наверное, там много. Ясно. Ну, бывает такое, ничего. А где вчера отдыхали, что так поздно легла? Понятно. Тогда я допью свой кофе, и мы приступим, хорошо? Вкусный. Без сахара. Парадокс, знаешь, в чем? В том, что... Ой, я же тебя не поцеловала. Извини, пожалуйста. А парадокс в чем? В том, что на Сицилии, в Италии, я всегда добавляю тростниковый сахар, половинку вот этого пакетика, пол ложечки в кофе. Дома никогда я пью кофе без сахара, без миллиграмма. Я не знаю, с чем это связано, вот правда. В Италии всегда немножко сахара. Ты всегда с сахаром тростниковым. Ну вот. Так, секунду, я поставлю кофе. Если хочешь, обязательно мне скажи. Пока нет. Хорошо. Потому что чай мне тоже разный. Но теперь, так как ты пришла ко мне за очень необходимой тебе вещью, когда, кстати, вы улетаете. А, понятно. То есть 2-3 дня. Ну что, я сегодня не на работе, поэтому мы встретились у меня дома, и я все купальники, которые, как бы, я вижу, тебе подойдут, тебе понравятся, ты выберешь из них, я все их взяла с магазина сюда. Поэтому присаживайся поудобнее. Присаживайся поудобнее. И я покажу тебе купальники. И ты можешь на самом деле их даже здесь не мерить, а взять домой, померить и определиться, какой купальник ты хочешь для себя в поездку. Может быть, 2, а может быть, 3. Я лично, ну знаешь, моя хорошая, я обычно беру 2 купальника. Да. И всегда так было. 1-2. Не люблю возить с собой прям там, скажем, ну хотя бы 5-10. Да, я знаю, многие женщины любят брать с собой на отдых от 5 и выше. Но парадокс в чем? В том, что потом, если ходить в разных купальниках загорать, то, соответственно, и разные части тела будут разного цвета при загаре. Ну, допустим, такой слитный купальник, да, или купальник с бразильскими трусиками, да, и, допустим, здесь небольшие грудь закрывают, небольшой бюстгальтер, бюст, да, вверх. Не бюстгальтер, я неправильно, но ты поняла, да. А вот, поэтому начнем, наверное, с трусиков.
люблю Girl Linea, да. Посмотри, какие прекрасные, какая форма трусиков бразильяна. Вот это красивая, правда? А, очень получается попа аккуратная. Так, здесь вот такие завязочки. Завязочки ты сможешь регулировать всегда на свое усмотрение, как тебе больше нравится. Очень приятно.
Тоненькие, тоже на бантик, да. И здесь вот такая вот
потрогай. Значит, девочка, у нас такой купальник от Малиции тоже, конечно же, имеет наши сотрудницы. А, лет 6, а то 7. Ничего с ним не станет. Качество La Perla говорит само за себя. В нем очень удобно плавать. Ты просто как будто его не чувствуешь на себе. Да, ты права, из-за того, что здесь нету ничего, но при этом этот купальник сделан так хорошо под грудью и так правильно дизайнерами задумана модель, что твоя грудь, она всегда, она, знаешь как, она получается приподнята и аккуратно сидит вот в этом, казалось бы, таком маленьком треугольничке. Да. Трусики, смотри, какие здесь трусики. Трусики очень милые. Сзади они чем-то напоминают эту венгерскую марку. Честно скажу тебе, на попе сидят лучше, потому что из-за ткани, я все же думаю, из-за ткани, из-за лекал, все-таки La Perla, это есть La Perla. Вот эта моделирующая резиночка аккуратненько на бедрышках, вот все, что нужно, все, что не нужно, моделирует. Я не знаю, но почему вот именно вот все вещи известных домов моды, обувь брендовая, хорошая, почему? Плавки. Вот так попа. И вот так вот просто вперед чуть повыше.
Чик.
тоже не люблю неоновые купальники. Вот, ну и обыкновенный лифт без ничего. Это самый дешевый купальник, поэтому если просто хочешь вот что-то такое, знаешь, как дополнение. Нет, да, ну хорошо. Я сама не очень люблю неоновые. А, я забыла показать тебе самый главный купальник этого сезона. Прости, сейчас.
возьмешь, а еще какой хочешь. Леопардовый, вот этот смотри. Вот этот блюмарин. Красивый. Хочешь взять три, а выберешь дома два или три. Послушай, я сделаю хорошую скидку.